Пелетерия красноватая. Палеарктический вид мух семейства тахины. Встречается по всей Европе, от Португалии до России и Монголии. Длина тела до 11 мм. Передняя спинка темно-серая, с более темными продольными полосами. Брюшко рыжеватое, с красным оттенком. На брюшке под щитком черное пятно. Продольное черное прерывистое пятно сливается с черным пятном в конце брюшка. На боках брюшка вдоль черной полосы имеется налет в виде белых пятен. Основание крыльев с желтыми пятнами. На лбу темное пятно. Ноги черные. На теле черные торчащие щетинки. Взрослые мухи питаются на цветках растений. Личинки паразитируют на личинках насекомых. Обитает Пелетерия красноватая в садах, на огородах, в цветниках.